Кирилл, скажите, что у вас вчера произошло? Почему мы не видели вас в числе участников? Аккуратней. Нет, я вчера был в участниках. Нет, я имею в виду в гонке. Ну, чуть-чуть с машинкой проблемы были. Потом исправили, поехали, но проблема опять проявилась. И опять сбросил темп вчера. Сегодня все сделали, ребята. Спасибо команде, АвтоВАЗу, всем, Лада Спорт. Приятный очень. Удивлен был. Был темп нормальный. Гонка доставила, можно сказать, удовольствие. Шину экономил. То есть после сейфтикара поспокойнее так приходилось. Больно уж она сильно перегрелась, скажем так. Ну что, через 2 недели второй этап. Готовься. Да, спасибо. Это был Михаил Митяев. Да.